Очередь за пепперони. В выходные на площади Советов выстроилась колонна из 100 человек за дешевой пиццей. Ее продавали всего по 100 рублей. Такую цену владельцы заведения установили из-за дня пиццы. Его компания отмечает 4-й год подряд 23 сентября. Сколько пицц постряпали кулинары, в тот день не уточняется, но акция явно удалась. Очередь растянулась на сотню метров. Последний раз такие большие очереди были в Улан-Удэ 2 года назад, когда обанкротился Байкалбанк. И клиенты банка пытались снять в банкоматах свои деньги.